Всем привет, с вами Некромас. И опять у меня на кухне в гостях. И сегодня мы с вами будем делать то, что вы любите, просто, вкусно и быстро. Мы будем сегодня печь пирог яблочный в сковороде. Что нам понадобится? Масло, кефир, мука, корица и это самый разрыхлитель для теста, яблоко, 2 яйца, соль и сахар. Так, первым делом мы нарезаем яблоки. Режем яблоко сначала на 2 части, потом 4. Тогда вырезаем семечки и еще раз пополам. Так делаем с 3 яблоками. Теперь берем масло и намазываем хорошо нашу сковороду. Потом это все посыпаем сахаром и выкладываем яблоки. Вот, намазали маслом, да? И теперь вот так вот посыпаем дно сахара. Теперь выкладываем яблоки. И так по кругу. Потом откладываем сковороду в сторону и занимаемся тестом. Вбиваем 2 яйца и 150 грамм сахара. И все это хорошо миксером взбиваем до однородной такой пышной массы. Вот, получили, вот как видите, такую вот массу. В нее выливаем кефир. И опять миксером хорошо перемешиваем. Так, в муку добавляем разрыхлитель теста, всю пачку. И еще щепотку соли и перемешиваем. Тогда в муку добавляем нашу массу и опять перемешиваем хорошо миксером до однородной массы. Теперь вот в нашу массу добавляем растопленное масло сливочное. И опять миксером хорошо все перемешиваем. Теперь яблоки, как видите, я еще посыпал корицей. Сами знаете, яблоки и корица — это классика, очень приятное сочетание. Ну а яблоки выливаем наше тесто на вот такое. Довольно-таки у нас такое густое, да? Надо немножко помочь. Видно вам? Вот. Потом выравниваем, закрываем это все дело крышкой и жарим на медленном огне примерно 40 минут. Естественно, надо проверять, чтобы не подгорело. Проверяем, как всегда, зубочисткой, чтоб пропеклось все тесто. Ну и вот что у нас получилось. Вот, чуточку, наверное, передержал. Чуть-чуть. Но никак не хотела одна сторона испечься. Вот такой пирог. Сейчас попробуем его разрезать. Горячий.
еще надо чуточку постоять. Вот, вот такой. Сейчас попробуем. Какая вкуснятина. Ой, как хорошо. Прелесть. В общем, пробуйте, делайте, пеките. Приятного вам аппетита. С вами был Некримас. Мы с вами были на моей кухне и пекли пирог. А вам всем удачечки, здоровечка, приятных ощущений на кухне. И пока-пока, до новых встреч.